Arnaldo pret viņu. Abi Rabas legionāri un rezultāts atklāts. Tas ir Rafaels Lima Barbosa, kurš 4. Minūtē atklāja rezultātu. Visbeidzot, viss ir gatavs tam, lai zem arī varētu izpildīt šo sodu citienu un precīzi. Skavārdis min un neuzmin. Skavārdis lec uz labo vārtu stūri, raugoties no viņa pozīcijām, zem arī sit pa centru. Kā jau minēja, komandas diezgan aktīvi presingo savus pretinieks, to varam redzēt arī tagad. Nikars tomēr tiek no šī te presinga ārā, zem arī izdara citienu un neticamā kārtā bumba ielido vārtos. Tevs saglupa kontroli par bumbu, iespējams Mačušenko, Mačušenko sit un vārti! Jā, Mačušenko izdara to, ko pirms kāda laika neizdarīja Avan Nesols. Pagaidām bez sāsinājuma. Un savos vārtos! Jā, Zemarija gūst savus trešos vārtus šajā mačā, bet šoreiz, diemžēl raugoties no Nikars komandas viedokļa savos vārtos. Vadims Jašenko pie bumbas. Dmitrijs Zabarovskis sit no distances un vārti. Padarīs Bondars. Pagais uz priekšu uz Zemariju. Veiksmīgi Zabarovskis aizsardzībā, bet ļoti skaisti izspēlēt kombināciju un Žardels panāk jau 5-2. Tātad līdz maču beigām 10 minūtes 55 sekundes. Ziņš centās sist neprecīzi, tagad ciriens pa gaisu un bumba lido vārtos. Arnaldo! Tāds, ko veiksmīgi nospēlē aizsardzībā un atdodas uz priekšu. Piespēlu Žardelam, Žardels caur Sapirova kājām. Panāk jau 7-2. Arnaldo, laba piespēles uz trauc, 8-2. Lūdzam arī par šo lielisko piespēli, kas viņi izveda. Nu varētu teikt faktiski 1-1. Bet Arnaldo, ko neizdarīja iepriekšējā epizodē, to izdara tagad, panākot jau 9-2. Zabarovskis cits tiek bloķēts un Mačušenko var iziet 1-1 ar Sabiro. Viņam vēl steidz patīk palīgā Ļašenko, tomēr Mačušenko visu izdara. Pats redzam, kāda līksmība Mačušenko otrie vārti šodien. Un rezultāts jau 10-2. Итак, Герман, поздравляем тебя, вашу команду с отличной, убедительнейшей победой данной серии. Вы в этом матче забили 10 мячей. Это рекорд в этой финальной серии. Два лично забитых мяча и победный мяч твой именно забитый, третий, насколько я помню. Пожалуйста, комментарий к этой игре. Спасибо за поздравления. Я думаю, переломный момент был, когда мы вообще открыли счет довольно-таки рано и смогли как бы удержаться и 4-5. Не дали им забить и сами забили в пустые ворота. Все, выполняли все то, что требовал тренер и ассистент, и все получилось на сегодня. Надеюсь, что и получится в следующей игре. Хочу поправить, не вы, однако, открыли счет, это сделала команда Раба, она повела в счете. Быстро отыграли с 6-метровой точки, и в дальнейшем, на самом деле, сегодня удача вам сопутствовала, вы забили со всех возможных вариантов, возможностей было достаточно много, и большинство из них вы реализовали. Да, я чего-то поплыл уже, столько эмоций. Отыгрались, да, повезло, пенальти заработали и снова повели в счете. Получилось то, что задумывали. Я считаю, хорошо сыграли все. Хороший задел после первого тайма, 3-1. В дальнейшем уже было как на качелях. И, по-моему, это то, что вам нужно больше всего. В контратаках у вас получается лучше всего играть. И вы сегодня это доказали. Да, как раз мы перестали играть в прессинг, когда повели в счете. И поэтому на каких-то быстрых атаках забили те нужные мячи. И
Раби уже было гораздо сложнее отыграться и психологически, и мы не бежали, а встречали их на своей зоне, и поэтому, я думаю, им было труднее сегодня играть. Герман, не хочу тебя смущать, но на самом деле ты открытие этого сезона, самый молодой, перспективный и, скажем, самый продвинутый, потому что результат твоей игры в этом чемпионате самый такой яркий пример, как может молодой парень вот так очень быстро продвинуться до основного состава команды «Никарс», чемпиона страны, и вот так убедительно в нужный момент забивать, и находясь рядом с такими великими игроками, как Арналду и ВВ, Зе Мария. Это знак заметил именно тренер Арналду, который очень часто стал ставить тебя в основе в первой четверке. Это так? Ну да, я думаю, что это был он, поскольку он мне как бы сказал, предложил играть в «Никарсе» после «Спортимы». И я, конечно, был очень рад и с радостью перешел, потому что хотелось и самому поиграть с такими игроками, и потренироваться. Поэтому я думаю, что как раз это был мой шанс как-то показать себя, и я думаю, получается пока что. А что следующее? «Газпром Югра» или «Барселона»? Я надеюсь, что «Никарс». «Никарс», да? Хорошо, надо еще закончить этот чемпионат. У нас еще как минимум одна встреча. 2-1 вы ведете уже в счете. И вот как на качелях. 9-0, потом 3-4, теперь опять 10-2. Что будет следующее? Будет повторение предыдущего варианта? Я надеюсь, что мы выиграем уверенно, так же, как и эти две игры. Но Раба хороший соперник, всегда боремся. Но хочется, конечно, победить. Что ж, в любом случае мы ждем хорошей игры от обеих команд в следующей встрече. Конечно, хочется интриги, конечно, хочется еще немножко продолжить чемпионат как можно дольше, как это было уже в последних двух годах, в двух чемпионатах, в двух сезонах. И поэтому, в любом случае, большое спасибо за интервью и ждем следующей встречи 1 мая. Спасибо большое.